21 ноября в 21:30 на пульт дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области поступило сообщение об остановке движения легковых и грузовых машин на трассе возле населенного пункта Акбеик. Закончить аварийно-спасательные работы и восстановить движение 46 сотрудникам оперативной группы ПЧС, полиции и акимата с использованием специальных машин «Каздоржол» удалось к вечеру 22 ноября. Вот на данный момент по Южно-Казахстанской области все перевалы у нас открыты и они находятся под контролем. А также на всех перевалах действуют наши обогревочные пункты. То есть если жители, а также какие-нибудь пассажиры, если останутся по пути, то им оказывают помощь, обогреют у нас в пункте обогрева и тем самым машину вытащат, если где-то они застряли. Шымкентские автовладельцы говорят, что выезжать на наши дороги, тем более зимой, нужно во всеоружии. Если каждый водитель не будет надеяться на авось, то чрезвычайных ситуаций на трассах удастся избежать. Всех должно быть там в любом автотранспорте, если там это автобусы ходят, ну, там КАМАЗы, там должен механик. Механик должен смотреть за этим все. Он должен отвечать. Если он отпустил на трассу, он будет отвечать. Сам. Ну, конечно, это от водителя зависит. Потому что он сам знает, что баллон лысый, и он на трассу не годен. Это виновата будет водитель. Потому что он сам знал, что на трассу не годен машина. Надо и следить за состоянием дорог, службам. И, естественно, и водителям за своим авто тоже следить. Вовремя обувать резину. Ну и с техническим состоянием. Уважающий себя водитель постоянно меняет сразу зимние ставить. А такой простой водитель, он не поедет трассу, тем более. Для готовности спасателей к кризисным происшествиям на дороге департаментом по чрезвычайным ситуациям проверена вся необходимая спецтехника и проводятся крупные командно-штабные учения «Зима-2013». ДЧС «Юга» рапортует, что готов к ликвидации последствий любых нештатных ситуаций зимнего периода.